66-ю годовщину со дня образования отметили подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Группы задержания ежедневно заступают на круглосуточные дежурства, чтобы обеспечить правопорядок на улицах Ненецкого округа. Поэтому многие сотрудники встречают свой профессиональный праздник на боевом посту. Подробности далее. На сегодняшний день вневедомственная охрана Росгвардии в Ненецком автономном округе является одним из самых мобильных и боеспособных подразделений правоохранительных органов региона. Под централизованной охраной находится более 200 объектов различных форм собственности, квартир и мест хранения имущества граждан. На маршрутах патрулирования группами задержания пресечено 8 преступлений и 750 административных правонарушений. Наша служба идет в ногу со временем и постоянно совершенствуется. Со словами поздравлений к личному составу обратился начальник управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу подполковник полиции Александр Дмитриев. Я буду вас поздравить от себя лично и от руководства. Праздником пожелать вам всего хорошего. Самое главное дело, чтобы в семье у вас было всегда согласие, понимание. Нам надо обеспечить граждан на улицах, в общественных местах. Лучшим из лучших в этот день вручили ведомственные награды благодарности и ценные подарки за достигнутые результаты. Отдельное внимание руководство уделило ветеранам службы, стоявшим у ее истоков. Анастасия Саботович, Александр Бобрикович, Сергей Шарун, телеканал «Север».